Блин, ни хрена не вижу, просто... Потемки! Эй, да ладно, это из Dead Red Hand. Ой, или как-то так, игра, не помню. Блин, реально это тот монстр, который... Ля, я тебя убью, падла. А чё он неубиваемый? Слышишь? Воу. А он вообще сдыхает. Всем привет, друзья, вы на канале Экспервит, меня зовут Виталий, и сегодня у меня на обзоре хоррор-игра под названием Labyrinth of Mind, ребят. И сегодня мы взглянем на эту игру, что она из себя представляет, и, в принципе, что мы будем сейчас делать. Ну, как я понял, ребят, нам нужно будет выбраться из некой пещеры. Так, видим, идет какая-то некая первая глава, тут у нас есть их, получается, несколько, да? Ну, окей, как и в каждой, ребят, игре, нам надо сперва пройти одну главу, чтобы дойти до второй, потом вторую и третью, будем, короче, сейчас делать абсолютно все. Ну, вы, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, кто еще не подписан, и обязательно пишите мне свой топовый комментарий. Так, что у нас здесь? Так, ну, понятное дело, управление, ну и драться. Очков жизни ничего такого я не вижу. Так, вижу уже какой-то, какие-то сатанические... Ух ты, там кто-то стоит. Привет. Блин, какой он... Посмотри, а что у него такие ноги короткие? Чувак, ты, короче, какой-то деформированный. Это все пещера. Тебе нужно на свет. Тебе нужно идти на свет. Ты кого-то куда махаешь ты? Слушайте, а он здоровый, да? Типа такой. Ну, как-то легко мы его завалили. Слушайте, ну, реально пещерный какой-то. Человек нету, ни шерсти, ничего нету. Блин, монстр, просто монстр. Так, ладно, видим тут уже какие-то, видите, пекторама, короче, сатаническая какая-то всякая хрень. Окей, ладно, давайте посмотрим, что тут есть дальше. Так, какая-то книга, а мы ничего здесь не брать, ничего такого не можем, да? Мы что-то здесь только бегать должны, да что еще делать? Так, а так, что это? Ничего здесь нет такого? Грибочки всякие. Окей, ладно, будем тогда отправляться вглубь пещеры. Смотреть, что там будет идти дальше. Ну, хочу вам сказать, игра немного занимает. Но, в принципе, я теперь понимаю, почему. В принципе, здесь ничего особенного нету. Вроде как графончик неплохой такой, да, среднячковый. Но, учитывая тот факт, что здесь, ну, просто прорисованные как бы стены, да, здесь много как бы, ну, затратного такого нету ничего. Что могло бы там прям делать игру тяжелой. Ты кто? Опять ты, да? Иди, я твоего другана там завалил, я не знаю, кто это там, кум, брат, сват, валяться. Так, сундук, сундук, а сундук мы, короче, ничего здесь не можем, да, пока не взять. Ну, наверное, на первых уровнях мы должны, возможно, просто выбраться и не более того. А куда мне идти? Подождите, я, короче, подожди, а здесь нет выхода, я не в ту сторону, может, пошел? Опять грибы всякие, ладно, окей, ладно, давайте возвращаться тогда обратно. А, вот, сюда можно пойти. Давайте сюда пойдем. Вообще нравятся мне вот такие вот хоррор-игры. Тем более здесь уже нету такого подобия Грейни. Сейчас очень много этих всяких клонов на Грейни. Там какой-то огонек. Опаньки. Так, что дальше? Мы переберемся в какое-то другое измерение или еще... А, все, глава, наверное, пройдена. Так, сейчас будем уже проходить вторую главу. Ребят, здесь есть внутриигровая реклама, поэтому будьте осторожны. Так, окей, все, продолжаем проходить нашу пещеру. Так, просто загорелось, а здесь дверь... А, это мы только что здесь закончили, я так понял, да? Значит, нам надо просто возвращаться обратно. Мне кажется, здесь, возможно, пещера вообще не меняется. Может быть, она остается так, как есть. Ну, может, где-то что-то будет открываться, не знаю. Но я так понял, что мы просто вернулись обратно, возвращаемся обратно, но и не более того. Слушайте, здесь даже, да, вот эти вот потеки воды, да, вот сделали. Так, подождите, а тут у нас что? Ух ты, везде все горит, везде все загорается. Блин, ну мы не можем ни камень не подобрать. Я бы кинул бы камень в эту тварь. О! Зараза! Блин, напугал, падла! Я просто нежданчиком. А что это такое? Это какой-то... Смотрите, у него рога или что это у него такое? Что ты на меня пал? Ты на меня что упал? Ты, блин. Откуда он выбрался? Он здесь лежал, отдыхал, что ли? Ему помешал, типа, да, походу? Это что за камни или что это такое? Что это такое? Короче, ладно, не хочу даже разбираться, что это. А сюда я могу забраться, да? Или нет? Ладно, окей, пошлите тогда в другую сторону. Здесь уже нигде мы ничего сделать ничего не можем.
Блин, реально падла напугал. Я не ожидал просто, что там что-то есть. А меня он, короче, подбил, да? И у меня теперь вот эти вот кровь на экране. Так, что у нас здесь? А восстановиться я как-то могу? Или мне теперь один раз, еще раз огреют и все, мне может быть жопа, да? Так, а что у нас здесь? Слушайте, а что это там? Блин, нифига не видно. Что там? А, короче, надо подходить, чтобы видеть, видно, куда идти. Ну, да, освечилась, получается, дорога по вот этим вот краям. Да, наверное, вот так и надо. А куда? Блин. Что здесь? Какая-то висельница, короче. Надеюсь, это не для меня. Блин, ни хрена не вижу. Просто потемки! Эй, да ладно, это из Dead Red Hand. Ой, или как-то так игра, не помню. Блин, реально это тот монстр, который... я тебя убью, падла. А чё он неубиваемый? Слышишь? Воу. А он вообще сдыхает? В смысле он меня убил? Рестарт, конечно. В смысле он меня убил? А как его завалить надо? Блин, вы поняли? Этот монстр похож... Блин, как же игра называется? Да нет, блин, я не помню. Я недавно снимал по этой игре. Прикольная игрушка, кстати. А здесь, короче, заново мне теперь надо это все пройти, да, походу? А, вот он, короче, пробудь... А я прям по нем тогда в прошлый раз, получается, прошелся, походу. Слушайте, а может мне его на виселицу вот ту надо повести, чтобы он там повис или упал? Ну, потому что он был реально не умирающий. А может, это какой-то биг босс? Так, а куда я шел? Я здесь где-то был, да, получается, по-моему? Блин, ну интересная игрушка, знаете, мне интересно, что дальше и как вот эту тварь теперь убить. Там я видел виселица. Мне кажется, скорее всего, надо как-то его загнать на эту виселицу. И здесь еще надо не свалиться, слушайте, ну... Блин, интересно. Думал небольшой такой обзорчик снять, но что-то меня заинтересовало немножко, что будет дальше. Так. Окей, он где-то здесь, да? Фу, здесь кто-то висит. Нет, не сюда его надо. Так, ну он сейчас появится здесь, да? Да, вон он. А может мне просто через него пройти просто надо? Давайте просто через него пройдем. Я не могу через него просто пройти. Я в углу. Он меня загнал. А нет, не загнал в угол. Я просто застрял. Вру. Давайте пойдем дальше. Пусть бегает за мной. Пусть бегает. Так, что у нас здесь? Я надеюсь, он не быстрый. Ага, все, прошел. Он что, за мной идет там, да? Я ни хрена не вижу, идет он за мной, не идет он за мной. Ну, сражаться с ним не вижу смысла, он меня, блин, тогда завалил, я не мог его убить. Он какой-то неумирущий. Кто здесь? Опять этот демон, да? На колени! На колени, я сказал! Съел? Все, ребят, по-моему, я прошел главу. Да. Блин, ну не знаю, вот эта тварь реально, она, блин, ну она, блин. Ладно, друзья, давайте на этом видео, наверное, буду завершать. Ну, игра, в принципе-то, прикольная. Вы, ребят, напишите мне комментарий, хотите ли вы, чтобы я снял продолжение. Мне интересно самому, в принципе, что будет дальше. Но вы, ребят, обязательно напишите мне свой комментарий. Не забываем поставить лайк, ребят. И поддержать мое видео просмотром какой-нибудь рекламки. Ну, были на канале Экспировид. Всем спасибо и всем пока. Ох, чую, что-то будет. Мост. И на нем эта дичь. Нет, я не могу ни назад, ни вперед. Все, я побежал. Не знаю, ребят, как его убивать. Я не хочу с ним связываться надолго. Куда мне идти? Блин, здесь много путей. Куда? Ладно, я повернул сюда. Короче, мне кажется, я сейчас буду здесь просто блуждать.
стараясь найти это долбанное освещение, через которое мне надо...